Недели творчества, дружбы, спорта и новых знаний завершаются. Во Всероссийском детском центре «Смена» проходит торжественная церемония закрытия первой смены 2018 года. Пришло время подводить итоги профориентационной смены «Город мастеров» и образовательных проектов «Я гражданин и волонтер». Самое главное теперь нам закрыть эту смену с мыслями о том, как и что мы будем делать дальше, как мы вернемся в свои города и как мы то, что смогли достичь в смене, пронесем дальше через всю нашу жизнь. Я объявляю нашу смену закрытой и желаю каждому из вас удачи. На профориентационной смене «Город мастеров» 470 мальчишек и девчонок со всей России освоили множество компетенций от деревообработки до 3D-моделирования. За 2 недели ребята изготовили более 200 поделок и сувениров, более 300 деталей и механизмов, более 50 3D-моделей для станков с ЧПУ, собрали более 80 моделей роботов и 20 моделей квадрокоптеров. Участники проекта «Я гражданин» на протяжении всей смены несли вахту памяти возле памятника учащимся профтеха, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Провели 24 экскурсии по Аллее Славы. Более 2000 раз собрали и разобрали автомат. Юные добровольцы на образовательном проекте «Волонтер» узнали много нового о волонтерских направлениях, создали социальные проекты, десятки радиоэфиров и 5 видеороликов о волонтерском движении. Лучшие участники смены получают награды. Лабораторный и химический анализ награждается Колосова Алина, Воронежская область. Инженерный дизайн К награждается Новиков Алексей, Ульяновская область. Обработка дерева на станках награждается Шамакова Камила, Республика Кабардино-Балкария. Соломатина Ксения, Орловская область. Лучшей участницей проекта «Я гражданин» стала Елена Шахова, а самым активным волонтером признан Клим Юргин. Молодой человек получил специальный приз – путевку на Всероссийский фестиваль добра, который пройдет в июне в смене. На церемонии закрытия вожатые передают участникам звезду, как символ света и высоких устремлений и достижений. По словам сменовцев, это были 2 недели открытий, новых друзей и ярких впечатлений. Мне очень понравились кластеры, потому что это действительно очень большой вклад в мое будущее. Это очень сильно помогло мне с выбором профессии. И вот я ходила в химический анализ и думаю создать этим свою жизнь уже окончательно. Мини мне очень понравилось. Здесь очень хорошо, мне было уютно. Я чувствовала себя почти как дома. Я познакомилась с новыми людьми. Они все очень хорошие, я очень рада этому. Здесь я научилась многому. И я очень рада, что я сюда попала, потому что я запомню это на всю свою жизнь.